Вот и ушел из Иркутской области автопоезд. 28 единиц техники, 26 высокопроходимых автомобиля, 1 горный мотоцикл и 1 прицеп. Все это в ближайшее время придет ребятам на передовую. Наши бойцы очень ждут эту технику, постоянно с ребятами на связи. И эта техника для них очень много значит, упростит выполнение боевых задач. Наши искренние слова благодарности всем, кто принял участие в акции «Автопоезд». Это и жители Иркутской области, которые передали свои личные средства, которые специально для этого приобрели автомобили. Это и различные организации, предприниматели. Действительно, все объединились. Акция «Автопоезд» объединила всю Россию. Поможем нашим ребятам и тем самым приблизим победу.